Finde ich mit der Union Nord der Gode zu schaffen. Thank you.
Глянь-ка, богатый храм! Накормим же ворона! Волки! Ограбим их Фока! Thank you.
сюда, на помощь! Мне тут нужна помощь. Эй, я сам не справлюсь. Подойди-ка сюда! Сюда! Заперто с той стороны. Bye.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Помоги мне!
Лети, Сюнин.
Стань моими глазами, Сюнин. Мне пора в путь. Прощай. Увидимся, Эйвор. Лети же, Сюнин. Спасибо, Эйвор.
Надеюсь, тебе здесь уютно. Для меня важно помогать другим. Поговорим еще о твоих видениях. Можем, если думаешь, что стоит. Для того, чтобы сварить зелье, мне нужна еще одна трава. Она должна расти где-то у пруда. Зелье поможет тебе глубже погрузиться в свои видения, воспринимать их четче. Твоя пекарня достроена, Тарбен. Теперь наш стол станет богаче. Эйвор, это щедро. Надеюсь, смогу за это отплатить. Ты среди друзей. В этом нет нужды. Зато есть желание. Искреннее. Я вспоминаю добро, которое мне сделали. Чтобы согреть душу, когда доброта становится редкостью. Если ты не против, есть еще дело. Вниз по течению есть торговец с зерном. Я хочу взять у него полдюжины мешков, но мне не хватит на все рук. Я помогу тебе. Замечательно. Не хотел просить Хольгера. Тарбен, что привело тебя к нам? Ваша слава. Услышал, что к английским берегам прибило в атагу отчаянных воинов. Говорили, что вы устроились в центре Мерсии и принимаете любых головорезов, которые к вам приходят. И это тебя привлекло? О, да, еще как. Я всегда был бродягой. А тут подумал, что к лихим людям вроде вас можно и прибиться. Я был уверен, что умелый пекарь вам точно пригодится.
Я бы ни за что не подумал, что ты печешь хлеб. У тебя вид человека, привыкшего к битве. Я часто это слышу. Ты только пекарь или еще что умеешь? Я люблю печь. И у меня это отлично получается. Но если с работой туго, то я чем угодно готов заняться. Лишь бы руками трудиться. Что ж, тут мы с тобой похожи. Да, да, секундочку. Чем могу? Это ты. Что ты делаешь в Мерсии? Покупаю зерно. Найдется на 30 серебряных монет? Деньги есть. Так. Бери, что нужно, и уходи. Этого должно хватить. Спасибо. Всегда рад. И ты... ты себя береги. Хорошо? Вы с ним знакомы? По-моему, он удивился, когда увидел тебя. Разве? Ну, может, я ему напомнил кого-то еще. В этих местах водится немало здоровых бородачей. Пожалуй, да. Ты спросил, кем бы я стал, если бы не был воином? А мне вот тоже интересно. Быть пекарем – предел твоих мечтаний? Разве так уж плохо, если любишь печь хлеб? Его пекли римляне, его пекли египтяне. Ремесло достойное, но в нем ли твое призвание? Полагаю, что да. Кормить людей, служить тем, кто мне дорог и кто дорожит мной. Все это приносит мне радость. Да, звучит крайне благородно. Не в благородстве дело. Просто ради этого я просыпаюсь по утрам. В этом моя цель до конца каждого дня. Помочь тебе с зерном? Нет, спасибо. Остальное я сам донесу и разложу где надо. Ладно. Приятно было поговорить, Тарбан. Я хоть отвлекся. И я тоже. Спасибо тебе. Ладно, зови моего Йомсвикинга.
Мне нужно сделать пару изменений. Удалось найти бойца? Еще увидимся.
Thank you.
мне вы... На, проклятие! Хочешь?